Кровь Монороха. Вечером того же дня неподалеку от обители Кинариуса. Ашенвальский лес. За прошедшие 10 000 лет я так и не смог забыть это проклятое место. Эту долину нашего извечного врага Кинариуса, полубога ночных эльфов. Да, лорд Архимонд приказал уничтожить Кинариуса, прежде чем мы начнем вторжение в Калимдор. С каким наслаждением я встретился бы с ним лицом к лицу. Но он хитер и редко выступает в открытую. Как не зловеще это звучит, но твои ручные орки недавно разорили его леса и навлекли на себя его гнев. Лорд Архимонд полагает, что Кинариуса вполне можно уничтожить их же руками. У орков против Кинариуса нет практически никаких шансов. Если мне не изменяет память, его мощь поистине колоссальна. Да, как и твоя. Договор крови, заключенный между тобой и орками, все еще в силе. Тебе нужно лишь обновить его. Что ты предлагаешь, повелитель ужаса? Чтобы ты смешал капли своей пылающей крови с водами этого озера. Орки потянутся к его скверне, и когда они вкусят твоей крови вновь, остановить их будет уже невозможно. Глава 5. Охотник тень. На следующее утро в густом ашенвальском лесу. Кто посмел осквернить эту древнюю землю? Кого не страшит гнев Кинариуса и ночных эльфов? Лес ожил и напал на нас! Пусть начнется битва! Нас атакуют! Проблема. Так, нужно быстро построить. Наш город напали. Очень даже, знаете, не так, а вот так и вот так. Вам не одолеть меня. Я сердце этой земли. Хочешь, на наш город напали. Так, рабочий, да? Ну, иди сюда. Нас атакуют. Надеюсь, ты пойдешь прямо. Здесь рабочих я не вижу, к сожалению, уже, скорее всего, их перебили. Здесь раз, два. Больше. Их слишком много! Нужно отступить на другой берег! Проклятые отродья демонов! Вас всех ждет смерть! Так. Отступаем. В срочном порядке. Готовимся к защите. Хорошо. Нападать эти нехорошие ребята будут с двух сторон. Исследование завершено. Чё надо, хозяин?
сделаю. Так. На наш город напали. Да. Так хреново. Я думаю, успеет ли здание достроиться. Я сокрушал вас в прошлом. Сокрушу и теперь. Плюс-минус должно успеть. Если нет, отменю. Черт, не успел. Но я надеялся, что успеет. Так, шипы. Так, добыча. А, мне нужен шаман. И мне нужен кто-то, кто будет бить по... Нужно золото. Нужно золото. Воздушным юнитом, потому что я сделал, чего хочешь. Воздушные юниты. Чего надо, хозяин? На наш город напали. Дело сделал. Чего хочешь. Теперь наверх то же самое что-нибудь надо интересное сделать. Зол Джин будет отмщен. Вам не одолеть меня. Я сердце этой земли. Димаш, поняли. Наконец-то. На тебя. Тебя. На тебя. Кого убить? Вождь? Да. Зол Джин будет отмщен. Да-да! Исследование завершено! Нужно золото. Так, он почти раздолбал мою вторую базу. Ну, третью, точнее, уже, скорее всего. Насколько я помню, он там будет не один и будет нужно там строиться. Нужно золото, город напали. С удовольствием. Нужно постараться как можно быстрее построить. Чего хочешь. Да-да! Так, на руднике мы будем добывать. Угу. Надо будет потом построить рудник чуть выше, вот здесь вот. Будет все тогда хорошо. Урон наносимого шипами на 6 единиц. Отлично. Теперь, помимо прочего, они еще отдельно атакуют. Очистите лес от этих тварей. Я прикрою вас из-за деревьев. Так, давайте наш отряд. Город напали. Так, где у нас? Говори, вождь. Выбираем вот тебя. Вождь, сделаю. Мразотная эта гадость. Так, сверху тоже нападают. Ладно, сейчас разберемся. Сделаю. Пока нужно дело снизу отбиться. Наконец-то. Сделаю. Наконец-то. Сделаю. Я не здесь. Исследование завершено. А, не надо, они и так справились, ладно. Только скажи. Кого убить? Наконец-то. Ерунда. Вождь, сделаю. Наконец-то. Вот так вот добиваем всех. Вот ты гадость. Сделаю. Наконец-то. Ну, от армии ничего особо не осталось. Задира, я чувствую силы тьмы, исходящие из лесной чащи. Может быть, нам удастся с их помощью уничтожить Кинариуса. Так, это получается куда? Вот сюда, вот, да? Да, тащите источник магической энергии. Давайте посмотрим. Источник хаоса. За нахари троллей почувствовали загадочное магическое излучение, источники которого находятся где-то неподалеку на лесистом плато.
Завладев этим источником, вы наверняка сможете справиться с Кинариусом и его воительницами. А, насколько мне не изменяет память, если я начну нападать на них просто так, без каких-либо... Волчья тропа ждет. ...подготовок и прочего, я просто сдохну. И поэтому это бессмысленно. Нужно золото. Так, а мне нужна катапульта. Хотя бы одна. Кого убить? Волчья тропа ждет. Так, еще один повоз, отлично. Давайте пойдем вот сюда вот. Да. Исследование завершено. Отлично, исследование завершено. Исследование завершено. И супер. Кого убить? Идем в атаку. Сделаю. Да. Сделаю. Да. О, не зря призвал. Здесь какая-то волчистая гадость. Наконец-то. Да. Наконец-то. Моя жизнь принадлежит Орде. Ответы стали. Да. Сделаю. Наконец-то. Да. Отлично. Наконец-то. Так, да. Что у нас здесь? Мне нужна катапульта, да? Значит, правильно понял. И в любом случае будет нужно больше катапульт. Как минимум две. Боевой марш кодой. Исследование завершено. Очень дорого вот роль знахаря исследования. Вождь, ладно, я понял, здесь мы ничего не сделаем, но нам потребуется наконец-то небольшая армия. Кого убить? Дабы не полностью умирать. Опа. Вождь, на нас нападают. Сделаю. Наконец-то. Да вы что-то, ребята, охренели. Я вам скажу. Сделаю. Наконец-то. Не успели мы, к сожалению, отстроиться. Сейчас займем его скилл. Да. Сделаю. Да. Отлично. Так, отстраиваем срочно. Гранаты, хозяин. Исследование завершено. Сделай. Исследование завершено. Хорошо. Сделаю. Да-да. Сделаю. И потом обратно на добычу. Кого так, убить? Армия не очень большая, надо ее пополнять. Нужно золото. А золота нет. Я тебя услышал. Ладно, давайте хотя бы раздолбаем. Вождь, сделаю. Шестой левел моим мелким. Хотя у меня тоже шестой левел, в принципе. Но, блин, такое. Хм. Зул'джин будет отмщен. Ну, уже лучше. Так, нам нужно как минимум штуки 3-4 бугаев, и будет тогда все хорошо. Дело сделано! Дело сделано! Давайте на семерочку запишем. Кого чтобы она... убить? Нас атакуют! Да вы, мать твою, издеваетесь. Да! Да-да! Вождь. И у меня, конечно, сделаю. Же нету ни одного моя усадника. Принадлежит охрененно. Наконец-то. Бегите вот сюда. Сделаю. Под пушки. Да. Значит, не наконец-то. Будет иметь никакого особого смысла. Нужно золото. Хм. Да. Наконец-то.
Давай. Все пушечки. Сделаю. Пытаемся спасти. Наконец-то. Не успела, к сожалению, построить, плюс потеряла еще рабов. Нужно золото. Все очень грустно. Вождь. Волчья тропа ждет. Так, волчья тропа ждет. Я там разбил, я надеюсь. Готов. Разбился. Сойдет. В принципе, остальных мы отпускаем сюда. Волчья тропа ждет, круто. Нужно золото. Одного раба сюда, убить? Пока на нас не нападают, все будет хорошо. Но вот когда на нас нападают, вот это нужна будет проблема. Зул-джин будет отмщен. Готов вкалывать. Не верх сейчас будет просто нечем отбивать, если я не построю. Че надо, хозяин? Раба, который будет делать мне постройки. Зул-джин будет отмщен. Сделаю. Как-нибудь вот так вот кулак построим такой небольшой. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так, обучение их заклинания Дух Целитель, вот оно. Чего вот желаете? Это как раз... Да, вот он хилит за счет него, все, я вспомнил. Чего я желаю? Я желаю много бугаев и много золота, но у меня нет ни того, ни другого, и поэтому мне нужно в идеале все это дело сделать. Да, сделаю. Да. Дело сделано. Сделаю. Хрен тебе, Кенарий. Не будет у тебя счастья по жизни. Так. Нужно золото. Хренов тролль-знахарь. Здесь у меня строят до сих пор вышки. Ждем, пока он построится. Тогда все будет хорошо. Исследование завершено. Я слышал зов. Кого убить? Отлично. Дело сделано. Килим Кадоев. Нужно еще бугаи. Ну или волчьи всадники. Тут одно из двух. А в идеале добыча второй базы. Это 400. Чего хочешь? 450 плюс 150. Ну да. Блин, надо как-то подготовиться к этому делу. Ладно, сейчас будем разбираться. Пока у меня армия здесь нормальная. Плюс-минус хилины. Еще один знахарь есть. Сейчас пройдет следующая атака, я думаю, мы пойдем на... Дело сделано! Угу. Наших замечательных Хорошо. Друзей. Нужно золото. Да-да. На последнюю вышку ушло все золото, сейчас мне добудут еще. Я построю здесь... Дом вождей. Хорошо. Ну, последний. Отлично. Где-нибудь. Где-нибудь как-нибудь.
Слишком далеко, слишком высоко. Сделаю. А давай здесь строй, что делать. Вот с защитой, получается, частично будет от вышек. В первую очередь они уничтожают вышки, потом уничтожают строение. Ну, потому что вышки наносят больше дамага. Дело сделано! Кого убить? Вот этого я и ждал. Кого убить? Вождь! Давайте ее за ним вот так вот. Наконец-то! Кого убить? Отлично. Сделаю. Пилим. Правильное знахаря. Решение. Куда пойдем? Его можем прокачать новое умение. Так, три двойника. Вероятность четырехкратного урона плюс 15%. Трехкратного и так далее. Так, скорость перемещения. Воин применяет заставление с невидимым. Начинает двигаться быстрее, при атаке воин наносит, становится видимым, наносит дополнительный урон. Ну, прикольно. Давайте все-таки вот эту. Трехкратный урон сделаем. Вождь. В принципе, две копии мне плюс-минус хватает. С удовольствием. Я не помню, может ли он помочь в починке. Ну да ладно. Давайте наверх. Вроде плюс-минус защитили свою крепость, скажем так. Назовем это крепостью. А, очень дорогое заклинание духа целителя. Ну, что поделать. На всякий случай создадим еще одного. Вождь, сделаю. Наконец-то. Проходим, проходим. Сделаю. Да. Чего? Все, что пожелаете. Кого убить? Нет, сделаю. Я потерял его. Да. Минус один шаман. Наконец-то. Принадлежит Орде. Да. Наш город на сделаю. Дело сделано. Так, ну чисто в теории кого башни убить? Разберутся, главное, чтобы они не пошли да. на. Сделаю. На ее основной стороне, иначе это будет очень проблемно. Да. Так, целитель, давай-ка ты впили вот сюда, вот, пожалуйста. Убить? Так вот. Сделаю. Соберемся вокруг него. Так, да? А где они? Вождь? Ну ладно. Наконец-то. Берем антимагический эликсир. Берем когти. И идем дальше. Наконец-то. Где-то там, получается, будет... Сделаю. Сатиры. Окей. Да. Наконец-то. Сделаю. Наконец-то. Боже, какие медленные, друзья мои. Да. Вождь. Сделаю. А вы что-то больно жесткие. Сделаю. Амулет жизни. Хорошо. Наконец-то. Куда меня по итогу переведет этот портал? Кого убить? Здесь туда, где будет хотя бы возможность выжить. Сделаю. Понятно. Да. Наконец-то. Да. Наконец-то. Сделаю. Да. Сделаю. Так, целебное да. зелье. Ну, я даже не знаю.
Герой на 1 секунду, будучи проглоченным, становится 500 единиц здоровья. Так, целебное зелье восстанавливает здоровье. У одного. Лимита. Сделаю! Наконец-то! Сделаю! Наш город напали. Да! По идее, они отобьются. Нас атакуют! Сделаю! Да! Правильное решение. Достигло. Некуда класть, вождь. Так, сколько же там можно еще всякой фигни делать? Так, при атаке герой обжигает противника. Штука очень полезная. Наверное, возьмем. За место вот этой. Наконец-то! Да. Когда армия у меня становится все меньше. Если там будет еще много кто. Да. Наконец-то. И все, я не выживу. Да. И мне жить. Сделаю. Наконец-то. Может, и выживу, кто знает. Да. Сделаю. Да. Наконец-то. Сделаю. Наконец-то. Источник жизни. Так, ладно, давайте. Вот так. Пока будем собирать здесь армию. А этим маленьким отрядом, ну, который у нас все-таки так или иначе насложился, будем пытаться проходить. Так, здесь еще вот так. Ближе здесь, да, должно быть. Здесь тоже еще плюс одного раба. Так, ну, что имеем? Сделаю. Посмотрим, справятся ли таким отрядом наши ребята. Да. Со всем говном, который здесь есть. Наконец-то. Да. Вот он, источник тех самых сил, о которых я говорил. Вонючие орки! Мы служим огненным повелителям и охраняем этот источник. Мы недостойны испить его черных вод. Плевал я, как и кому вы служите. Прочь с дороги! Жутливый глупец! Сделаю. Наконец-то. Так, ну главное сатира основного убить. Наш герой жертв. Понял, знахаря принял, ладно. Называли? Моя жизнь принадлежит для орде. Этого я и делал армию. Так. Здесь, в принципе, все плюс-минус. Без этого грёбаного источника мы точно не справимся. Вам нужна моя помощь? Моя жизнь принадлежит орде. Я слышал зов. Достигло. Немедленно. Знахаря вызывали. Достигло. Волчья тропа ждет. Правильное решение. Немедленно. Достигло. Моя жизнь принадлежит орде. Немедленно. Так, мне нужно установить здесь Чу башню одну. Знахаря вызывали. Волчья тропа ждет. В идеале даже вот так построить. Служить? Думаю, это будет определенно не лишним. Здесь снизу пока есть такая же возможность, я думаю. Здесь Ой. Нельзя строить. Удовольствие. Хорошо. Моя жизнь принадлежит орде. Давай, раздолбуй.
Еще. 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 Я верю, что когда-нибудь раздолбаешь. Я же здесь поставить еще одну вышку. Моя жизнь принадлежит. Пиливай здесь вышку. Пиливай. Сделай. Здесь две вышки. Нас атакуют. Я слышал. Хорошо. Не проблема. Дело сделано. Так. Кого убить? Эй! В принципе, это будет отряд один. Моя жизнь принадлежит орде. Единственное, в нем мы убираем его, ставим его. Вперед! И идем. Туда. Эй! Второй отряд. Хозяин? Второй вот здесь. Вам нужна моя будет помощь? На двоечку. Этот отряд будет на троечку. Вождь. Так, попутно мы продолжаем улучшать. У нас дело сделано. Мы можем. Этим отрядом мы уже можем пройти, я думаю. Дело сделано. Постройте логово. Блин, проблема, добывает по 10, а приносит по 4. Ладно, разберемся. Да. Наконец-то. Все, ну просто через атаку дело отправляем тогда сюда, я думаю, да, они доберутся, добьют их, все будет хорошо. Больше... Дело сделано! Больше я здесь ничего такого не вижу. Куда здесь еще можно дойти, пройти? Исследование завершено. Три тролля знахаря, один кодой, четыре волчьих всадника и три бугая. В принципе, довольно сильная команда. Единственное, все фактически ближнего боя, за исключением знахарей. Это не очень хорошо, но что поделать. Наконец-то. Так, встаем где-нибудь вот здесь, на самом таки деле. Здесь какая-то фигня есть. Она проходится через верх вот сюда. Надо будет туда зайти и посмотреть, что там есть. Да. Так. Дело сделано. Надеюсь, вы готовы к битве, друзья мои. Поехали. Сделаю. На наш город напали. Нас атакуют. Наконец-то. Некуда класть. На наш город напали. Источник излучает огромную силу, но я чувствую в ней зловоние. Это проклятие демонов. Я уже проклят. Если для победы над Кинариусом мне нужно выпить этой воды, я ее выпью. Нет, это перечеркнет все, чему учил нас вождь. Нельзя допускать, чтобы безумие ярости вновь захлестнуло нас. Нет, воин, мы должны слиться с ним, как никогда раньше. Мы должны переполниться разрушением, как и было предначертано. Да! Я вновь ощущаю в себе силу! Ко мне, мои воины! Отпейте из темного источника и возродитесь! Пам-пам-пам. Да.
Ну, я не спорю, они стали в разы сильнее, но... Кого убить? Нужно ли это было? Ладно, при каждой атаке обжигает противника, либо защита. Но тут защита, наверное, поинтереснее будет. Сделаю. Вождь? Да. Сделаю. Первый лагерь, получается, будет, скорее всего, вот этот. Темные колдуны владеют совершенно другими заклинаниями, нежели обычные шаманы. У нас есть темные колдуны. Кого убить? Вождь! Эти твари изрядно нас потрепали, а их полубог до сих пор прячется в лесу. Как же мы справимся с ним? Ты дурак, да еще и трус! Непобедимых не бывает! Хочешь остаться в живых? Тогда этот Кенариус должен сдохнуть! Ну, он, в принципе, и сдохнет. Не волнуйтесь вот так. Угу. Темный раб. Чем могу служить, его желаете? Только скажи. Чего прикажешь? Дариус сдохнет. Мы сейчас начнем нападение вот сюда, и все будет круто. Жалко вот только катапульты темными не стали. Прям даже обидно как-то. Катапульты не выпили воду. Постройте логово. Темного клубна не построить, к сожалению. Кого убить? Ладно. Сделаю. Бежим сюда. Те, в принципе, переместились, я так понимаю. Да, все переместились. Все круто. Бежим тогда сюда и здесь уже объединяем наши армии, после чего нападаем на них. Здоровье у них теперь в разы больше у всех. Я слышал зов. Ну, конечно, подставили они Трала тем, что он пытался спасти орков от всего этого говна. Но нет, они благодаря Задире решили таки опять стать теми, кем были. Да. Сделаю. Наконец-то. Да. Кого убить? Ну, собственно, нападаем. Ну-то прут на нас как раз-таки с верхней базы все время. Сделаю. Наконец-то. Да. Сделаю. Наконец-то. Да. Наконец-то. Будем прям так в наглую через заклик нападать. Вождь. Кого убить? Да. Наконец-то. Посмотрим как раз, насколько сильны наши армии. Сделаю. Наконец-то. И мне жить. Сделаю. Наконец-то. Сделаю. Кого убить? Вождь. Вождь. Счастливый глупец. И... А, доски, ребята, это значит. Наконец-то. Кого убить? И мне жить. Быстренько уничтожаем. Вождь. Кого убить? Зачищаем все это дело. По сути, потеряли всего плюс-минус одного. Кого убить? Демоны поработали на славу. Вы теперь столь же безумны и кровожадны, как и они. Мы
орки, и мы свободны! Это вы сами так решили? Что бы вы про себя ни думали, ваши души ничуть не лучше той зловонной желчи, которая течет по вашим жилам. Катись ты к дьяволу! Проклятые отродья демонов! Вас всех ждет смерть! Да пошел ты. Полубог повержен! Боевые топоры победили! Так, задание выполнено, убить Кинариуса. Итак, здесь так называемый полубог Кинариус уничтожил все запасы древесины с таким трудом, накопленные вами. Вы должны найти на него управу, иначе план Трау не осуществится никогда. На самом деле он уничтожил не все запасы наши, но... Вот мы и встретились вновь, Гром. Монорох! Быть того не может! Я пришел, чтобы забрать тебя и твою братью. Вы не оправдали наших ожиданий в прошлом. И теперь вам придется послужить Пылающему Легиону еще раз. Нет! Мы свободны! Жалкое дурачье! Я ярость, клокочущая в вашей крови! Я ненависть! Объявшая ваши мысли, я один даю вам право принести хаос в этот мир. И клянусь бесконечной пустотой, вы сделаете это! В общем, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии. Пока-пока!